Всем привет, подписчики, как с вами Никита. Сегодня я буду играть только за Эстер Винтон, получается. И прикол в том, что у меня есть бани Титан бани Гамерлин. Так что уже намного больше шансов на то, что мы пойдем. У меня есть Я хочу полностью закончить Эстер Винтон. То есть полностью его получить. Я, то есть, очень пробую получить каждую минуту из этого момента. Кстати, подписчики. Наверное, скоро я выложу шорс. Там где будет розыгрыш на одного дуал Блейд Баннимена, который на 25 уровне идет паса. Условия простые. Подписаться, поставить лайк на тот шорт. И написать в комментариях свой ник. И все. Ну и коммент какой-то. Так что вот такой вот розыгрыш будет скоро. Он будет где-то на примерно денек. Если не будет участник, если кто-то захочет. Так что. Так, я не буду тебя посмотреть. Угу, только есть. Ну и фермы можно быть, потому что без фермы будет. Ну, сложно. Башня. Поскольку у меня не было. У меня и в этой лиге, кстати, 7000. Но все равно 7000. Они просто прикольные тем, что они в ивентом. Ну да, пойдем. За мной через стрим. Блин. Фух, ты со мной поехал. Фух. Я хочу протестить этого уже бани Титан Камермена. Я его не тестил. Интересно, я его получил еще вчера ночью, не играл. Чтоб сразу же первый раз, когда за него поиграть с вами. Сейчас, у кого? У кого? Вау, он такой большой. Всех? Это почему у тебя не замерзло? Ну что, смотри, прямо сейчас не было. А, мифика, наверное, давай сюда. Ладно, пофиг. Тоже норм место. Хорошо, за фирму. Хочу уже этого банить и там, когда он будет. Вот только и вот только сейчас. Сколько стоит? Угу, нормально. Следующая прокачка 1400, 100 дешево. То есть 580 минус. У него 5 сингов. То есть простые. Второй дорогой все простые. Несколько у него сейчас только прострел. Не зря я пройду. Не зря. Куда он ушел? Алло, я не понял, ты что за баб? Алло, разрабы? Ты что?
Я не удалял. Мне деньги не передали, что я говорил. Поставил. Не понимаю, за что мне надо. Он стреляет из камеры и из ядра. Какая-то из его штук. Он стреляет. Следующая прокачка еще 3500. А сколько у него? Надо побольше четко увидеть. Да, реально. Прикольно. Из ядра у него яйца исходит. Я хочу его качать еще. Да, я вижу, где он его. Походу, забись тысячу половину. Да, забись тысячу половину. Я поставлю несколько таких станчиков. Я буду по тысячу. Может, у тебя самый сильный каток все? Сильный. Еще 4500. Его? Давай 4600. 3700. За этого красного? Ты такой, хоть бы да, хоть бы да, хоть бы да. Кого? Какую? Дуал Блейд Бенимена? А он у тебя есть? Вот именно, что у тебя нет. А у тебя нету Дуал Блейд Бенимена? У тебя нету Дуал Блейд Бенимена? Если бы он у тебя был бы, то на здоровье. Если бы то, что у тебя есть, ты бы давал. Вот у бандитана камермена нету этой штуки. Ну как? Клёво? У него её нету. Этой! Не, у мифика есть. А, ну. Сильный твой пес? Так, давай, чего гонимай на Макс? На Максе сильный. Давай, скорее. Ну, что? Какой? Ну, для этого никогда достигнешь, ну, допустим. Нет, я с его командой чисто думаю, что я с него победить очень много резервов. Ну, же помнишь, у тебя недавно было только несколько лего, а уже токсик. И эти юниты. А, токсика нет, ты его притратил.
Не буду. Если протрени, что будет? Я не буду искать. Кого? Эгг-лаунчер? Да. Ну, издал Блэйд 2 немного дальше. Когда он у тебя будет? Ну да, я сам сейчас получу, да. Ну вот когда получишь, тогда и... А вот я сейчас получу. Ну, пойдешь, получу. У тебя какой? У тебя 24 уровень? Да. Вот, а тебе так раз надо сейчас получить. Это как-то не надо. Блин, а вообще-то? Как? Вот этот мифик, это какой? Какой? Тиран Банни Камермен? То есть Токсика, Тиран Банни Камермен, Грин Лазер. Угу. Который у тебя сейчас? Mm-hmm. Или который ты хочешь убрать? Mm-hmm. А, ну да, да. Красивый титан. Mm-hmm. Вот три их на максе. А этот еще на максе стоит. Так, просто для уездочки хостей. И долго будет, понимаете, тоже стоит. Ну как бы вы сравните этого юнита. Долго будет, понимаете. 1894 за 25 уровень и который за 50. Титан Банни Камермен 5000. Какой я набачу? Это хороший. У меня эти 4 уже титанчика на максе. Плюс их не то, что у них прокачки дешевые. Вот это не плюс. Вот такой вот. Который сейчас у тебя? У него прокачки дешевые. Ну, кстати, да, тоже такие нормальные. Банни титан. Давай тебе монет, потому что 100% будет какой-то за монет. Потому что он такой, кстати, сегодня не понравился. Помни, что тебе появится. Мне камера 2 мира. И то есть обрыв 2 камера. И второй обрыв камера. Такая сильная. И не стоит, не стоит. Получается, скорее всего, мех. Либо мех, это висит в голову, либо потом распадр делает стихи, либо все-таки там распадр будет, ну, потом. И мех, там распадр будет. Раз.
4, 5, 6, 7 выставим. Это не эта штука. Это просто у меня джетпаки. И она еще не была. Я понимаю, она бы была хотя бы золотая. Это просто штука на джетпаке. Восемь этих чистанчик. Я же не знаю, куда их ставить. Новые очень юнты. Как Талантрик и говорил, прикол, это только первая часть. Он уже, как по мне, возможно, повышает новогодний, потому что мало того, что будет еще две, либо еще одна часть этого ивента. Так что это явно самый лучший ивент. По крайней мере, для меня. На Хэллоуин он был, скорее, самым веселым, потому что это был самый первый. Вопрос, чего у тебя один эго-глаунчер камерамен стоит на первом левеле, вдалеке от всего мира? Но Титан Бенни камерамена, типа, не супер, чтобы проходить очень сильно. Ну, типа, такой. Ну, типа, 1000. Ну, типа, не он будет. Ну, типа, не он. И не будет хорошо. Не знаю. Я поставлю одного сюда, а тут он такой. Он практически на воде уже стоит. Он такой. Этот именно на случай, если вдруг побегу не слышу. То вот. Будет. Так. Я удаляю это. Вот все эти эго-глаунчер камерамены твои. Сюда тоже поставил. Клево то, что на воду, честно, не можно ставить. Потому что вон этот Титан Банни Камерамен вообще на воде стоит. Титан Банни Камерамен. Правда, у нас немного проходит, но... Ну ничего, тут есть... У нас мало их, кто спит. То есть, типа, у нас мало их, которые спят. Вроде все то, что у нас сопрорывалось, мы сдержали. Но пока на автоскипе держимся 40... 40... Ну, пофиг. Пока перестану скипать, на всяк. Я не помню.
Блин, липко. Ну как бы мы сейчас уже мы сейчас не на поступим. А, надо было выключить этот свет. Я выключу. Может, у нас слишком много сквидистов сзади. А те, которые сзади, никого нафиг. Станут бани камерменов в том, что они стреляют еще и стрелой. Поэтому им лучше, чтобы не какой-то противник был впереди, а какой-то сзади, а чтобы все были впереди. А сейчас попробуем. Знаешь, что у нас здесь в два раза сильнее от тебя людей? Ну, тебя под 12-500 секунд тоже. У меня тоже максимум. Вот, немножечко начинает проходить. Капец, у нас много скорость. Раз, два, три, четыре, пять. Пять спят, по нему, и все твои почти спят. Знаешь, что это не активно. Вы серьезно, мы ничего не успели? Короче, мне немного скользко не хотел. Из-за того, что... Вот почему я не скипал, потому что... В такой момент может ворваться, и кто-то вперед поехал, а все остальные, они его не видят, потому что они на тех, которые поближе. Они просто не успевают за меня. На большей части раз было из-за тебя проигрыш, либо я специально такой топчик. Сколько яиц? 400. Тут еще один пить. Я планировал выбить этого имя. Вот, когда выбью, уже подумаю. Может, я планирую его выбивать. Так что, простите, Гена. Можешь. Может, 2282. Паша! Ты в магазин зашел, надо в Эстер магазин. Ты, блин, человек. Вывод. Баня, титан, камерамен хороший. Не хватает. 200 экспо надо. Ой, как мало. Только почему-то. О. Баня, титан, камерамен на картинке по-другому выглядит, чем когда в карте. Потому что у него нету этих глаз. Сигрид. Что? Сигрид от Юни. Какой? Мишек Сигрид. Какой? Мишек Сигрид Рислейта. Так какой, покажи. Самый обыкновенный. Обычный мифик, тебе надо времен. Тебе с покемон. У меня есть 10 банок рынка. Ладно, допустим. Мой вывод. Прикольный юнит. Ну, типа, чтобы просто вот очень много, типа, чтобы на нем прям играть вально, вот в этот режим прям полностью на скипе, то не очень хорошие курсы. Может, для этого режима нужен урончик так как побольше. Так юнит хороший, так что... Ну, и пока что он дорогой. Ну, ладно, подписчики, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.